Всем привет! Меня зовут Айдар Исхаков, живу в городе Конаково, занимаюсь легкой атлетикой. С самого детства я любил заниматься спортом и пытался в разных видах спорта преуспеть, но остановился на футболе. И в третьем классе мне предложили пробежать кросс-нации. Я их выиграл с большим отрывом, и тренер Афоненко Анатолий Акунч предложил мне тренироваться. И с тех пор уже прошло 9 лет, я тренируюсь все так же, добиваюсь успехов и занимаю первые места. На данный момент я учусь и занимаюсь в Москве, но все это благодаря моему конаковскому тренеру. Мы с ним много работали, тренировались и много занимали первых мест. И самые мои главные достижения – это золото на ЦФО и серебряная медаль на первенстве России по легкой атлетике. Главное мое спортивное событие в 2020 году – это зачисление в сборную России по легкой атлетике. Туда всего попало 5 человек из Тверской области, и я один из города Конаково. И главная моя цель – это выступить в составе сборной России на Олимпиаде и победить.